Привет, я Сорокулов Михаил, мне 20 лет, из которых 15 я занимаюсь мотокроссом на своей Yamaha 125 два такта. Space Machines. Миша, скажи нам о своем мотоцикле, какие там особенности, недостатки присутствуют? Недостатков как такового не было. Мотоцикл сам по себе меня ни разу не подводил на соревнования. Ездит отлично. Перебираю я его собственноручно. Знаю в нем все его недостатки, допустим. В 2006 году ты стал чемпионом Калининградской области по мотокроссу в классе 80 кубических сантиметров. Скажи нам, как тебе это удалось? Мне приходилось тренироваться, заниматься УФП, общей физической подготовкой. Ну, естественно, выезжал три раза в неделю на тренировки, тренировался на разных трассах. Мишка, вот как ты оценишь уровень подготовки наших калининградских мотокроссменов? Некоторые кроссмены, которые ездят по Польше, естественно, у них уровень подготовки высокий, как у Александра Наумова, того же самого Алексея Богдан. Да, они едут сильно, они выезжают на соревнованиях. Александр Наумов как-то выступал во Франции на чемпионате пляжного кросса. Начинающим мотокроссменам я могу только пожелать одного, чтобы побольше тренировались, ездили на соревнования в Европу и, естественно, обходились как-нибудь без травм.